Стой. Нет ничего благородного в бедности. Я был и богачом, и был бедняком. Но я во всех случаях выбрал бы богатство. Потому что когда у богатого человека проблемы, он решает их в своем лимузине, в костюме за 2000 баксов и в сраных золотых часах за 40 штук. Молодцы, ребята, отнимай! Бей его! Валите нахрен от меня! А если кто-то из вас считает меня посредственностью или материалистом, валите нахрен работать в Макдональдс, потому что там вам самое место! Но прежде чем вы покинете клуб победителей, я хочу, чтобы каждый из вас посмотрел на соседа. Потому что настанет день в недалеком будущем, когда вы тормознете на красный свет на старом раздолбанном Форде, а этот человек остановится рядом с вами на блестящем Порше. И с ним будет сидеть красавица-жена с огромными тугими сиськами. А кто будет сидеть рядом с вами? Отвратительная хабалка с трехдневной щетиной на ногах, в растянутой майке, стиснутая между пакетами с едой из дешевого супермаркета. Вот кто будет сидеть рядом с вами. Так что слушайте меня и как следует. Вы задолжали по платежам за кредит? Круто! Подняли трубку, набрали номер. Вас выгоняют со съемной квартиры? Круто! Подняли трубку, набрали номер. Ваша девушка считает вас жалким, ничтожным лузером? Круто! Подняли трубку, набрали номер. Я хочу, чтобы вы решали проблемы, набивая кошелек.